Привет, вы на канале Девайсы, и сегодня на обзоре материнская плата Asus Prime B660MK-D4. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Материнские платы Asus серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel 12-го поколения. Prime B660MK-D4, отличающийся надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, предоставляет пользователям и сборщикам ПК ряд вариантов настройки производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций. Стабильная мощность необходима для извлечения максимальной производительности из процессоров Intel 12-го поколения. Prime B660MK-D4 предназначен для удовлетворения потребностей этих процессоров с большим количеством ядер. Модуль регулятора напряжения DG+ VRM обеспечивает контроль подачи напряжения в режиме реального времени, автоматически переключая частоту и настройки энергоэффективности. Он также позволяет точно настроить процессор для максимальной стабильности и производительности. VRM с 6+1+1 фазами питания обеспечивает мощность и эффективность, которые требуются новейшим процессорам Intel. Запатентованные разъемы дополняют связь материнской платы с блоком питания с помощью 8 контактных разъемов, которые передают питание 12 вольт непосредственно на процессоры. Каждый разъем имеет сплошные контакты, которые могут выдерживать больший ток, чем разъемы с полыми контактами. DDR4 5333 МГц. Улучшения в схеме маршрутизации и трассировки предоставляют новейшим процессорам Intel расширенный доступ к пропускной способности памяти. Технология Asus тщательно распределяет пути сигналов памяти по разным слоям печатной платы, чтобы сократить длину пути, и добавляет экранирующие зоны, которые значительно уменьшают перекрестные помехи. Prime B660MK-D4 предлагает два слота M2, которые поддерживают скорость передачи данных до 64 гигабит в секунду через PCI-Express 4.0, что обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. Материнская плата Asus Prime разработана специально для процессоров Intel Core TM 12-го поколения и поддерживает подключение PCI-Express 4.0. Широкая полоса пропускания и сверхвысокая скорость передачи данных позволяют создавать многофункциональные сборки, способные легко справляться с высокими нагрузками. Realtek 1 гигабит Ethernet снижает нагрузку на ЦП и обеспечивает исключительно высокую пропускную способность TCP и UDP для более быстрой и плавной передачи данных. Asus LANGuard — это функция защиты сети на аппаратном уровне, которая объединяет передовую технологию связи сигналов и высококачественные конденсаторы для поверхностного монтажа с защитой от электромагнитных помех для повышения пропускной способности и обеспечения более надежного соединения. Серия Prime B660 оснащена несколькими встроенными радиаторами и набором гибридных разъемов для вентиляторов, чтобы ваша установка оставалась прохладной и стабильной при интенсивных рабочих нагрузках. Радиатор VRM и термопрокладки улучшают теплопередачу от полевых MOP-транзисторов и дросселей, повышая эффективность охлаждения. Материнская плата Asus имеет комплексные варианты охлаждения, которые можно настроить с помощью инструмента FanExpert 4 в Armory Crate или в UEFI BIOS. В серию Prime B660 добавлены детализированные детали, которые улучшают любой опыт, от эксклюзивных кодеков, обеспечивающих первозданное качество звука, до интуитивно понятных элементов управления RGB-подсветкой, которые позволяют настраивать систему для создания уникального индивидуального вида. Комбинированные встроенные функции обеспечивают улучшенный звук. Интеллектуальный дизайн и аппаратное обеспечение премиум-класса обеспечивают качество звука, невиданное ранее. Звуковое экранирование разделяет области аналоговых и цифровых сигналов, значительно снижая многосторонние помехи. Отдельный слой для левой и правой дорожек обеспечивает минимальные перекрестные помехи между аудиотрактами. Аудиоконденсаторы премиум-класса, высококачественные детали обеспечивают захватывающий звук с исключительной точностью воспроизведения.
управление освещением, сделайте свою сборку ярче. С полосами RGB, подключенными к разъему RGB, вы можете создавать свои собственные потрясающие многоцветные цветовые дисплеи со статическими эффектами, мерцанием, затуханием и стробированием. Индикатор QLED Core формирует цветовые схемы с помощью светодиода питания во время самотестирования при включении питания, что может помочь пользователям устранить потенциальные проблемы. SafeSlot Core — это эксклюзивный слот PCI-Express от Asus. Благодаря усиленной конструкции, которая крепится к материнской плате с помощью специального крючка, SafeSlot Core обеспечивает в 1,6 раза более прочную фиксацию и в 1,3 раза большую устойчивость к сдвигу, чем стандартные слоты расширения. Приложение Armoury Crate. Приложение Armoury Crate представляет собой единый центр управления игровыми продуктами Asus. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с компьютерной системой. Именно здесь можно синхронизировать визуальные эффекты подсветки Aura между различными компонентами, технология Aura Sync, или отрегулировать скорость вращения вентиляторов утилита Fan Expert 4. Знаменитый UEFI BIOS предоставляет все необходимое для настройки, установки и тюнинга вашей установки. Он предлагает разумно упрощенные опции для новичков и более широкие возможности для опытных ветеранов. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!